Наш карп готов, испекся, и вот такой он симпатичненький. Вот здесь получилось хорошо, здесь сок пустила, а здесь вот немножко подгорели яблочки, но это не страшно, их можно просто выбросить. Так что, а сам он хорошо испекся. Не сгорел, и видно, что пропекся. Потому что я сверху накрыла фольгой, а потом в конце сняла ее чуть-чуть, чтобы курочка там была симпатичной. Ну, вот такой вот нежданно-негаданно получился такой вот карп фаршированный. Ну-ка, вот там заглянем мы что-то. Ой, здесь красивый получился фарш. Ну, попробую, потом напишу. Остывает, пусть. Всем хорошего настроения.